This ain't a competition. Please listen. Oh, listen to it. I was really in the kitchen. Вот это очень дорого стоит. Курица. Почти 300 рублей. Я, в общем, не принимал ничего содержащего, короче, кофе. Вот из-за этой хрени у меня, которая от комаров защищает, у меня просто отравление, несварение желудка. Короче, я проживаю не свою жизнь, прозябаю. Я должен быть музыкантом, типа Лил Пипа. Это, конечно, звучит по-ЧСВшному, да-да. Да-да, конечно, понимаю. Я даже есть ничего не могу, я не ел сегодня ничего. Моя жизнь конченная, она неудачная очень. Я думаю, не последнее в этом играет аутизм. Если бы у меня не было этого проклятого аутизма, даже не будучи музыкантом и не художником, я бы мог шикарно приспособиться. Мне нужно купить энергетик, попить. Знаешь, сколько идти до магазина? Километр или сколько? Дофига. Больше километра. Больше... Там где-то несколько километров идти. Это Москва, да. Замкадия. Есть нужно вот это. Я ничего не могу есть. Мне нужно съесть через силу вот это вот. Но оно может выйти из меня просто. Надо посмотреть. Вопрозалам. Только на ночь принимаю, чтобы ноги не крутило. Короче. Да уж, отвратительные волосы из носа торчат, да что надо?
А вот интересно, у девушек из носа волосы тоже растут? Это, конечно, абсолютно глупый вопрос такой полностью деградировавшей личности. Ай, блин, я уже не найду эту хрень. Это просто вдумайся, насколько человек к современным условиям не приспособлен, что у него человек сам по себе отвратительный. То есть волосы из носа растут. Отвратительно, да? И волосы из носа растут, это абсолютно отвратительно. Так ведь это было задумано эволюцией для чего-то. Интересно, что насчет эволюции, что человеческий организм больше похож на свиную, на свиной, чем, ну, тело человека больше, там даже пересадку со свиньи делали человеку, сердце, а с обезьяны не могут сделать пересадку. Разве это не огромное противоречие теории эволюции? С обезьяны не могут пересадить органы человеку, а со свиньи могут. Шах и мат. Аметисты, бля. Аметисты, бля. Блин, я не хочу есть. Я чувствую себя как-то... Я не ел весь день. Вот я приготовил себе. А, я же могу здесь на этой камере. Это Huawei, мой старый телефон, который мне вернули. Я могу вот так сделать, вот смотри. На самом деле это дорого стоит. Гречка сама по себе дешевая. Мне нужно выпить энергетик. Потому что от него у меня нету несварения желудка, как от кофе этого местного. Дальше поесть. Только нужно, чтобы это с меня не вышло, не вылилось, как в детстве, когда меня мама родила недоношенного. Меня закололи антибиотиками. И там кефир она меня заливала. Из меня он просто выливался просто сразу. То есть почти сдох я в детстве. Я вообще не должен был рождаться. Что я ставлю после себя? Lil B поставил. По сути, это не имеет значения, если ты легенда при жизни или после смерти станешь легендой. Если тебе в жизни хреново, если ты один глаз не видит, если ты страдаешь, аутист, и то ни хрена тебе не хорошо, ничего это не значит, что ты там легенда, станешь легендой после смерти. Будут твои картины выставлять где-нибудь. Их также и уберут с выставки, уж поверь. Никому не нужен человек в этом мире.